камешку. Ну еще что-то можно, да, делать? Можно. Есть такие даже искусства, знаете, да, вот когда люди кладут камень на камень, такие получаются. Вот теперь скажи мне, вот посмотри на эту чашу и посмотри на эту. Они отличаются друг от друга? Да. Чем они отличаются? Первая чаша забита уже некуда, а вторая пуста. Вот. И это отличие впервые людям показал Лао Цзы. Лао Цзы показал, что наполненность и пустоту. Он сказал, наполненность приносит пользу, а пустота, сказал он, приносит благо. Это была фундаментальная идея. Вот теперь садись на свой стул. Теперь посмотри на эти камни, и ты увидишь, что они отличаются принципиально. Представь себе, что вот этот камень, это такая маленькая чаша, которая уже наполнена. Нет, она наполнена. В нее нельзя насыпать ничего. Вот этот камень, камней уже насыпать невозможно. А вот в эту чашу, да, пусть она другого размера, пусть она другой конфигурации, но сюда же можно камней насыпать? Да. Сколько? Два. А сюда сколько? Ну, знаешь. Ноль. Но нет, это важно, правильно? Мы же не можем по правилам говорить, или можем, как вы, значит, поставить камень на камень. Что у нас правила говорят? Олег, что говорят правила? Можем поставить камень на камень? Что говорят правила? Нет. Нет, не можем, да? А сюда можем? Да. Можем. Вот, это большая разница.